Всем привет, это у нас Grand Pint Granny House Escape. Сегодня поиграем с дополнением от Киберхакера. У него вышла уже вторая версия. Будем играть во второй главе, давайте начинать. Старт. Да хоть как. Давайте налегко. Старт. Глава вторая. У нас как раз вторая версия дополнения. Смотрите, мы ни разу не видели, как нас атакует бабка, дед или овчарка. Сегодня мы это посмотрим. А вот тот самый капкан. Ура. Давайте сначала я попадусь. Тестово. Так, ходить не могу, пока что показывают сцену. Вау. Я на месте. Так, на кого нарываемся? Где собака? Для того, чтобы вызвать собаку, нужно, скорее всего, что-то уронить. Так, на машину можно залезть? Так, я сейчас так в машину залезу. Пока что овчарки не видно. Она будет атаковать, скорее всего, стремительно. И, кстати, я же тогда отметил, что у нас бабка и дед идут оттуда. Давайте сразу сходим прямо к ним. И, кстати, может быть, я могу быстрее ходить? Удалить объект. Нет, я могу только все удалить пока. Пока что смотрим недополнение. Чёрт, побольше, где ты? Овчарка! Так, она первая до меня доберется. Понятно, вот так. А дед и бабка прошли спокойно мимо. Так, стартуем заново. И сколько у нас так, жизни бесконечно или нет? Так, теперь мы посмотрим, где у нас бабка будет и дед. Давайте пока включим год мода. Сейчас посмотрим, где у нас дед и бабка находятся. Сразу же к ним сходим, не будем терять время. И протестируем параллельно, работает ли год мода. А они идут с самого конца. Ах ты, собака уже бежит ко мне. И что? Сквозь меня пробежала. Смотрите, прям такие в наглую подошли. Она на меня нарывается все равно. Так, а мы можем удалить собаку, к примеру? Смотрите. Они все на меня агрятся. Так. Delete объект. Если я сейчас нажму Delete объект, скорее всего, я удалю вообще все. Бам. Она не считается объектом почему-то. Ну-ка. Нет, они не удаляются. Давайте стоп-дог. И стоп-грэндпа, допустим. Может ходить только бабка. Смотрите. Овчарка и дед остановлены. Так, хорошо. Сейчас будем тестировать дополнение. Что здесь есть? Так, нет, давайте бабку заморозим, деда запустим. Он более смешной. Он с кувалдой. Так. Item giver, то есть item spawner. Axe, crowbar, green key. И это все в руку кладется, видите? Как интересно. Вау. Вот тогда. У меня, кстати, мясо. Давайте посмотрим, как собака ест мясо. Так, деда останавливаем, собаку отпускаем. Сымитируем, что я сейчас буду кидать мясо. Бам! Так, у меня есть немного времени, пока собака ест мясо. Ничего себе, реально ест. Только она почему-то ест не мясо, а ест асфальт. Вот, видите? Мясо у нее между лапами. Ну, хорошо. Собаку останавливаем. Стоп-дог. Деда отпускаем. Скейл. Чей? Мой. Смотри, я великан. Ну-ка. А хожу так же медленно. Так. Смотри, я помещаюсь в этом туннеле. Прикол. Так, что за цыпленок? Пока непонятно. Так, давайте уменьшимся опять. Ой. Он не хочет уменьшаться. А увеличиваться? А уменьшаться? Он уже не уменьшается почему-то. Вот это интересно. То есть я машину не удалю, delete объект. Вау, необычно. То есть я могу быть только высоким теперь. Так, меню менеджер, это что такое? Party back. А, это просто цвета. И рамка, цвет рамки. Цвет рамки можно сделать. Да такой оранжевый пойдет. Previous page, так, back to my menu. Kill Grandpa. Что если я его остановлю и потом устраню?
Kill Grandpa. Повял. Все. Он упал прямо под машину. Я очень высокий. Давайте проследуем в дом. Ничего себе. Да, плохо, что я не могу уменьшаться. Как я сейчас буду перемещаться, я не знаю. Потом попробуем удалить скалы и попасть в конечную сцену. Так, 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 смотрите. Мы видим то, что видеть не должны были. Что там такое валяется? Как будто бы мясо. Я уже на заборе. Я выбрался, смотрите. А там мясо горит. Собака его съела. И разработчик его поместил вот сюда. Ничего себе, там солнце горит. Вау, давайте спрыгнем. Что? Смотрите, какая рука. Вот этого я не ожидал. Для меня это вообще сюрприз. То есть я могу даже выбираться обратно, что ли? Ну-ка. Таким образом я могу, в принципе, выбраться. Либо свалиться с карты, да? Бросай мясо. Бам, прям запустил в дом. Летать, конечно же, нельзя. Давайте заново начнем. Давайте на призраки, нам не важно вообще, нападают они на нас или нет. Мы уже это проверили. Дополнение работает. Реально, бабку и собаку, и деда можно остановить. Сейчас будем все удалять. И попробуем выйти за пределы скал. Есть ли у нас здесь где-то спрятанная конечная сцена? Помните там, где полиция едет по дороге? Я бы ее хотел найти. Единственное, не хватает в его дополнениях, это ноклипа. Чтобы можно было прям летать сквозь стены. Так, у нас призрак. Нам не важно теперь. Давайте посмотрим next page. Granny settings, grandpa settings. И dog settings. Смотрите, мы можем сделать огроменную собаку. Давайте scale. То есть они будут идти. И у нас будет просто огромная собака в туннеле. Ну-ка, эти дрова можно удалять? Все, дров нет. Класс, я даже могу здесь проходить. Да, и опять-таки я хочу удалить машину. С большим ростом мне машину не дали удалить. Хотя она явно объект. Она не является дорогой. Это понятно. Далет. Ничего себе, овчарочка. Смотрите, даже звука нет, все. Смотрите. Вот это волкодав бежит. Вот это да. Она ростом почти с бабку и деда. Все, даже выше, когда просто стоит. Ну-ка, еле удалим. Все, елки нет. Елки-палки. Перемещаемся в дом хитрым способом. Я просто удалю дверь. Так, вот наш домик. Кстати, мы с вами не были на чердаке ни разу. Поэтому я удаляю дверь. И мы просто заходим, как к себе домой. Ключ прихватим. Как надо попасть туда? Мне не хочется увеличиваться. Смотрите. Так, если я стену удалю. Так, так, так. Стена. И как сюда попадать? Так. Смотрите. А как бы я сюда попал? Что здесь вообще есть? Что? Лом? А вот и лом, реально. Он все-таки в игре был. Но каким образом я залез бы сюда? Так, так, так. Смотрите, а как я по мясу-то залез бы? Непонятно. Вот смотрите, я сюда захожу. Дальше есть проход по крыше. Но здесь явно нет никакой лестницы, чтобы туда залезть. Это крайне интересно. Но у нас зато есть лом. Но лом я должен был получить раньше. Чтобы мне вот здесь пролезть. Сейчас, смотрите, покажу. Я такой лезу уже с ломом. И сейчас разломаю этот люк. Все, и вылезаю. То есть я сюда должен был попасть. Похоже, это будет в следующих обновлениях игры. Потому что я сюда никак не мог попасть. Здесь все закрыто полностью. Никаких дверей сюда не ведет. Разве что двери гаража. Да лет. Смотрите. Ну-ка, может, пройти можно? Да, все. Пройти можно, они прозрачные. Ну и эту машину мы тоже удалим. Ура, у нас теперь машин в игре вообще нет. Это есть. Видите, часть крыши вообще удалено, как будто там граната взорвалась.
Мои мама и папа. Очень злые, причем. Ну-ка, не прячется. А если я удалю ящик, будет ли показано, что в нем внутри было? Ах ты. Нужен инструмент, чтобы сломать. Давайте сбегаем вот сюда. Что у нас будет за дверью? Так, это есть. Видите? Дополнение версия номер 2. Я играю в главе номер 2. Так. Это есть. Просто удаляем. Удаляет объект. Ничего здесь нет. У нас нет никаких границ вообще. Так, все, стену удаляем. Смотрим, что из этого выйдет. Вау. Там пропасть, нет. Просто небо вижу. Все, бежим наверх. Удалит. Ящик он не удаляет, это очень страшно. Лучше удалять и не будем. Теперь я хочу посмотреть, что можно удалить на улице. Можно ли удалить скалы, к примеру? Так, и как все-таки перебираться? Как все-таки перебираться? То помещение, где у нас был лом. Если я скалы удалю, куда я попаду? А, я так могу пройти теперь? Так, так, так. Но там, скорее всего, начнется конечная сцена. Смотрите, я застрял. Сейчас. Все, вышел. Могу ходить. Доска. Предлагают поставить доску. Видите, я за скалу попасть не могу, потому что это твердый предмет. Удаляем. Текстура почему-то остается, но я могу пройти. Я, скорее всего, свалюсь вниз. Так, а здесь опять, да, твердое? О, нет. Смотрите, вода аж вот до туда идет. Так, удаляем. Далет. И проходим. Сейчас мы попадем на воду. Далет. Проходим. Вау. И мы нашли реку. Так, так, так. Ёкарный обвешен. Сорвался. Так, где сцена? Здесь, похоже, сцены нет. Мне еще интересно, что будет, если я удалю вот эту каменную стену. Смотрите, это как будто бы здание. Ну-ка, удаляем. Далет. Вау. Это потом будет явно какой-то бункер. Здесь, скорее всего, появится дверь, видите? Бетонную стену удалил, и над нами тоже бетонная стена. Получается, это потолок. Проходим. Как опасно. Где бабка и дед? Я их увеличивал. Возможно, здесь даже будем проходить. Смотрите. Потолок-то я не удалял. Где вы? Все, они уже прошли. Возвращаемся на базу. Вау. Как страшно. Какая-то четырехцветная скала. Давайте удалим палатку, посмотрим, что за ней. Может быть, внутри палатки есть пасхалка. Для тех, кто в нее смог бы попасть. Далет. Вау. Внутри была прям конкретная кровь. И из палатки текла она. Так, ну, конечно, лодку удалим. Да на, не удаляет. Так, ну конечно, нам на воду нельзя, да, скорее всего. Да, все, не пускают. Если я зайду на воду, я снова свалюсь. Давайте заспавним доску и попробуем пройти игру. Item giver. Вот, просто деревяшка. Она, видите, спавнится прям в руку. У автора это классно получилось. Я, кстати, деда и бабу не посмотрел. Вау. Ничего себе большие. Ну-ка. Бабка большая, а дед просто огромный. Можно ли деда увеличить до космоса? Он не остановится, скорее всего, в размере никогда. Amount. Клонировал просто дедов. Смотрите. Просто мельница из дедов. Вау. И они решили все куда-то пойти. Причем все в одно место. Ничего себе жесть творится. Они одинаково думают, видите, это один и тот же дед. Все, убегаем от таких дедов, очень странных. Это меня пугает. Так, ставим доску и пробегаем. Все, я типа смотался. Ну-ка, отсюда дед не виден. Вот мне бы в эту сцену попасть. Почему-то ее не было за пределами скал. Такси уехало. А полиция поехала как раз-таки в деревню, которую мы еще не видели. Она, скорее всего, появится в третьей главе. Все, мы смотались от бабки и деда.
Ну, колобок. Давайте мы на этом видео закончим. Киберхакеру спасибо за обновление и дополнение. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно комментируйте. С вами был Топси. Всем пока.